Уважаемые зрители, я буду сейчас есть вишню, считать ее, а вы будете смотреть. Показываю. Только что в результате пружинищего элемента телефон почти не упал. Я его успел поймать. Итак, начинается отсчет. Одна вишня. Вторая. Так как вишню я буду есть долго, я ставлю на паузу. Если вам вишня понравилась, напишите ваш отзыв. Если не понравилось, спасибо. Приятного аппетита.